Эффектное световое шоу устроила гроза в Челябинске. 3 часа непрерывных ярких вспышек в небе. От молний в домах и на улице становилось светло, как днем. От мощных раскатов грома выли машины. Снимки и видео очевидцев становятся хитом в социальных сетях. Эксперты объясняют причину напугавшего горожан явления. В МЧС советуют в такую непогоду все-таки держаться подальше от открытых окон и не пользоваться телефоном. Но южноуральцев это не остановило, поэтому интернет пестрит яркими снимками и роликами. Кстати, грозовое шоу может повториться и сегодня. Это прогнозирует Сергей Замоздра, доцент кафедры теоретической физики ЧИЛГУ. Ученый уверяет, причина столь эффектных раскатов грома и ярких вспышек – сильная жара. Потому что сейчас много воды испаряется, видите, солнце хорошо светит, влажность высокая. И эта вода потом к вечеру начинает литься. Молния, водяной пар вверх уносит положительно заряженные ионы. Поэтому облака становятся с плюсом, а земля с минусом. Судя по прогнозу, в ближайшие несколько дней это будет вот каждый день. По словам очевидцев, ночью сильный разряд ударил в 138-й дом по Комсомольскому проспекту. И от грозы упали деревья в металлургическом районе Челябинска. А в копейском поселке Старокамышинске выпал крупный град. Он повредил саженцы в огородах, пробил листья и поломал стебли. По информации МЧС, крупных ЧП из-за грозы не случилось. Погибших и пострадавших нет.